ты что, их запустил? Я? Привет, привет, привет. Приготовиться к нападению. Прыгай, прыгай. Зацепили. Энакин. Я их вижу. Вас, дроиды. Энакин! Артём, ты куда идёшь? Ну, сейчас это узнаем. Саня! Артём! Наташа, ты тоже не подвернулся. Можно руку себе обрезать. В общем, там надо снять. Это твоя чеснока! Потому что, когда ты его обрежешь палец, мне надо бинтовать. Это кто это? Это Чуча. Очень умный дворовый кот. Когда ему говорят служить, он ставит на задние лапки. Разговаривать умеет? Нет, пока только по-кошачьи. Но мы надеемся, что он сделает еще кувырок назад, потому что кувырок вперед, как настоящие акробаты, он уже умеет. С пенделем? Просто. Молодцы. Без пенделя. Мы его просто сравняли с землей, понимаете? Уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшие верится. Катится голубой вагон.